Уважаемые любители моих небольших фотографических опытов, я продолжаю испытание двух чудесных камер, а именно Leica M10R 50-мегапиксельный, ну и такой же камеры второй, то есть монохром, тоже Leica M10. Вполне понятно, что эти камеры испытываю для того, чтобы определить высочайшие достижения человеческой мысли. Уважаемые любители моих небольших роликов о фотографии, сегодня я продолжаю свой рассказ о Leica Monochrome и о Leica M10R. То есть речь идет о их особенностях съемки, которые вам будут интересны. Продолжая мысль, высказанную на пленэре, я должен сказать, что не надо расстраиваться по поводу малой доступности этой камеры. И одной, и второй. Речь идет о развитии фотографической техники, которая только является инструментом, и ничем не больше. Вы можете снимать камеры 19 века и получать столь же блестящие результаты. Вопрос в вашем таланте и ваших способностях. Но современные камеры такого типа эти возможности расширяют. И то, как они это делают, я, собственно говоря, и рассказываю. Но сегодня ведь вы же не испытываете никакого дискомфорта по поводу просмотра гонок Формулы-1. Хотя содержать такую машину и ездить на ней, скажем так, мягко говоря, затруднительно. Но это развитие техники автомобилестроения. Так и здесь. Только Leica, она более демократична. Все-таки ее можно купить и использовать. Да, это очень дорого, малодоступно, но это доступно. Формулы-1 нет. Таким образом, я считаю, что в данном случае мы имеем дело с очень демократическим подходом, который вообще можно осуществить хотя бы теоретически. Сегодня мы поговорим сначала о сильной стороне Leica, то есть о портретной съемке. Ну вот, прям начинаем сразу же с объектива Noctilux на полностью открытой диафрагме в плохих условиях. И вы видите портрет, на котором отлично видно человеческое лицо, его характер. Да, резкость очень неглубокая, но не в этом же задача. Задача в том, чтобы передать настроение и состояние человека. Это главное. А теперь посмотрим, что получается при съемке на Leica M10R портрета с помощью малоприемлемого объектива в 21 мм. Как видите, полный портрет сидящего человека. И потом выкадровка небольшая из этого же самого снимка, 50 мегапиксел позволяет получить нам хороший портрет. Посмотрите, что получается при переводе в черно-белую версию. Ну и то же самое исполнение тем же объективом, с той же моделью, только монохромной лейкой. Как видите, тоже портрет очень приличный, я бы сказал, в каких-то частях даже получше, чем тот, который был сделан Leica M10R. Теперь перейдем к более соблазнительному объективу, а именно к Noctilux. Им немного сложнее работать. По этой причине фирма Leica выпускает вот такую штучку. То есть это насадка, видоискатель, который позволяет использовать все электронные фокусы для того, чтобы точно навести на резкость. Ну, понятно, глубина резкости при диафрагме 0,95, она крайне мала. И это вы видите на снимках. И вот в данном случае, значит, полный кадр и выкадровочка. То же самое монохромной лейкой. Полный кадр и выкадровка. С моей точки зрения, в плохих условиях освещенности, микроконтраст все-таки на лейке M10 монохром повыше. И отсюда качество картинки получше, потому что всякая зверская небритость, она вылезает и начинает работать на портрет. Мне кажется, это высокое достоинство. То есть надо это учитывать. Ну а по тону передачи, как видите, все очень похоже. Камеры адаптированы для портретной съемки очень хорошо. Но дело в том, что, конечно, не одними портретами пробавляется фотограф-любитель, да и профессионал. Иногда хочется поснимать ландшафты, особенно сейчас. Вот посмотрите на эту красоту, потому что сейчас необычайное сочетание цветов и оттенков. И хорошая камера,
с хорошей матрицей, ну, например, Leica M10R или Hasselblad 907. Они, кстати, обладают очень похожими матрицами по результатам съемки. То есть матрицы, конечно, разные, но тональность передают очень точно. То есть даже нельзя сказать, кто лучше, кто хуже. То есть очень высококачественная цветопередача. И вот около деревья, ландшафты, они очень красивые. Почему? Потому что сочетание цветов, это весеннее, скоро уйдет. Его хорошо поймать и насладиться им. Ну вот здесь два дерева с участием березки. Вы видите, как передается одной и другой камерой. При сравнении монохрома из цветной и монохромный снимок, мы видим, что на заднем плане монохром лучше веточки-то передает. Там больше контраста, больше деталей. Но не только в этом деле. Там есть еще и речка с деревьями, вот, пожалуйста, где я, собственно, проводил съемку. Там тоже ветки, как вы видите, передаются более оригинально. Но дорога с березками передается одинаково интересно. И М10Р, и монохромом. Просто впечатления разные. Но это будет зависеть от вас, что вам больше нравится, к чему тяготеете в своих фотографических опытах. Мне иногда нравятся цветные, иногда черно-белые. Здесь сказать нельзя. Разницы принципиально не видно, поскольку цветопередача одной и другой камеры при переводе в черно-белый вариант очень похожи. Есть еще интересные снимки, которые показывают недостатки, в том числе и лейки М10 монохром по сравнению с цветной лейкой. Ну вот в данном случае у нас с вами ивы, а на заднем плане сосны. Вот если увеличить кадр, то станет видно, что детали в ветках сосен будет поменьше у лейки монохромной, а у цветной лейки побольше, тем более при переводе в черно-белый вариант. То есть это говорит о том, что монохромную лейку нужно также обеспечивать высококачественными фильтрами, о которых я пишу в книжке вот «Формат искусства фотографии». Есть много специальных руководств, которые вам помогут в этом, кроме моих книг. Ну и самое интересное, конечно, это несколько снимков, сюжетов, которые дают представление об окружающем мире. Они не очень затейливые, но дают представление о ландшафтных возможностях камеры, в первую очередь М10R. А вот черно-белые снимки победнее, поэтому думайте, в первую очередь, какими камерами для чего пользоваться. Это всего лишь инструменты для воплощения ваших желаний и мыслей, не более того. Ну и самое завлекательное, конечно, то, для чего часто используют цифровые камеры, и для которых они действительно являются незаменимыми для этих целей, имеется в виду, это, конечно, сумеречные съемки. Когда сумерки, ночь, ну, я использовал как раз объектив Noctilux, ну, и еще, конечно, побаловался 135-м апателитом с начальной диафрагмой 3.4, 135 мм. В чем же дело? Я пошел ночью, половину 12-го, поснимать ландшафты. Да, более неблагодарного занятия придумать себе нельзя, особенно без штатива. Съемка с рук, значит, при 1,6 секунды на открытых диафрагмах, естественно. Почему? Потому что Leica M10R, у нее верхний предел 50 тысяч единиц, а здесь 100 тысяч единиц. И это оправдано. Вот посмотрите на съемки небольшого города издалека, через пруд. Хорошо видно. Вот цветная картинка у нас с вами. Здесь подсвеченная трава немножко фонарем уличным. И вдалеке городок. То есть вы видите, как передается цвет. Очень своеобразно, с фиолетовыми оригинальными такими оттенками. А черно-белая камера дает похожую картинку, особенно при переводе в ЧБ из цвета, но там побольше деталей. Побольше деталей и поаккуратнее зерно. Оно не такое как бы драное и неравномерное, как при переводе цветного изображения в черно-белое. Картинка выглядит поприличнее. Но самое интересное, это, конечно, люди, которые двигаются в такой темноте. Я пошел на крестный ход и сделал несколько кадров. Вот несколько кадров с укрупнением картинки.
самого крестного хода, который позволяет представить себе, как это работает. Еще раз напомню, 1/60 секунды, открытая диафрагма 0,95, ну или я прикрывал там ее до 3,5. То есть практически открытая диафрагма объектива Noctilux. Ну, понятно, что есть некоторые проблемы, есть некоторые разницы. Цвет компенсирует недостаток чувствительности, это тоже понятно. Ну, а черно-белые снимки, которые вы сейчас видите перед собой, ну, они практически как днем сделаны. Здесь вообще препятствий никаких нет. То есть, иначе говоря, я попытался показать без всякой постановки в обычной, так сказать, почти бытовой съемке, как работают сравнительно эти две прекрасные камеры. Они действительно очень разные и работают по-разному. Но, приобретая черно-белую лейку, вы должны помнить, что все-таки почитать книжки о фотографии и посмотреть, как использовать фильтры, которые для нее также необходимы, как и в черно-белой пленке, в пленочном варианте, конечно, придется. И без этого ничего не получится. Ну, а для любителей других видов съемки с использованием других видов камер мне очень трудно рассуждать, потому что это все изложено в книжках. Вот здесь Тессар «Искусство фотографии», Апланат «Искусство фотографии», Дагор «Искусство фотографии», Триплет «Искусство фотографии». Ну и формат – это для любителей форматной съемки. Я уже там все изложил. Если вы хотите, почитайте их. Там я подробно рассказываю как историю создания этих объективов, так и их использование на современных, в том числе, материалах пленочных. Ну, а в некоторых моих роликах про Хассельблат и про другие камеры вы сможете познакомиться с тем, как эти объективы из тех далеких эпох зари фотографии можно применять современными матрицами, в том числе разного происхождения. Надеюсь, я дал вам некоторое представление об этих двух уникальных камерах, которые, я считаю, составляют гордость человечества, поскольку они являются вершиной оптико-механического, электронного, интеллектуального развития человечества. А так могу вам пожелать успехов, не обязательно с такими совершенными камерами, а попроще. Успехов в фотографическом искусстве, потому что в конечном счете ваша мысль, воплощенная в фотографии, она является мерилом и критерием вашего таланта. Попытайтесь его проявить, и тогда у вас все получится, даже без таких интересных камер. На этом до свидания.